Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Дивный сад». И сегодня у нас видео про Павловню. Про очень интересное наблюдение, которое я увидел буквально недавно. Но это как бы уже результат этого наблюдения. А речь пойдет о том, почему вянут сеянцы Павловни высотой примерно 10-15, ну, может быть, 20-25 сантиметров высотой. Честно говоря, я Павловню, насколько вы знаете, дорогие зрители, выращиваю в этом году первый раз. Поэтому у меня такая же ситуация подобная случилась. Что это и с чем это может быть связано, я пока сказать точно не могу. Возможно, кто-то из тех, кто уже выращивает и с более богатым опытом, скажем так, выращивания Павловни, знает, что это такое и с чем это может быть связано. Если вы об этом знаете, напишите об этом в комментариях. Будет очень интересно, полезно узнать и не только мне, но и всем тем, кто будет, кто смотрит мой канал, кто будет в будущем смотреть это видео на канале. А сейчас вернемся к тому сеянцу, с которым это произошло. Этот сеянец сейчас перед вас, перед глазами. Вот я сейчас показываю его. Какое-то время назад он вдруг внезапно, на фоне всех остальных сеянцев, они были в прекрасном состоянии, но не эти, а те, которые росли вместе с ним, они уже, я их уже высадил. Часть грядки, часть горшки, они уехали. Он у меня остался, потому что он буквально в смысле просто завял. Вот как вянут цветы, вот так вот они. Я, к сожалению, видео не снял, хотел, но не успел. Они прям так берут, вот так вот вянут, вот так складываются и висят, как лопухи такие, повисшие. Вот. Вот это самое произошло с ним. Я сначала думал, что быстро растет, требует много влаги, полив и все остальное, не хватило влаги. Нет. Земля влажная была в стаканчике, то есть никаких признаков внешних того, что гибели еще что-то не было. Причем это увядание было очень интересным, то есть оно вроде как завял, но при этом они просто завяли, то есть как будто от жары. Но на самом деле другие сеянцы при тех же равных условиях также росли, и у них никаких таких признаков не наблюдалось, такого завядания. Он был один, единственный из всех. Вот, допустим, стояли в горшке вот так 12 штук, он был один. Вот. Что произошло дальше? Прошла примерно неделя, он в таком состоянии был, но я его не трогал, я его также поливал, как и все остальные, он стоял. И через какое-то время, я не могу сказать точно, может быть, через 7 дней, может быть, чуть пораньше, он начал приходить в себя. И вот сейчас, я примерно скажу время, прошло примерно, наверное, около 2 недель. Примерно около 2 недель. Те листики, которые завяли, вот, не знаю, видно, не видно на видео, покажу потом отдельное видео, они просто вот так вот подсохли. Вот они, да, вот здесь вот. И внизу. И внизу вот два. Вот они первые, которые завявшие. Вот они просто отсохли. 4 листика, да? И при этом растение дальше начало развиваться. То есть вот эти верхние листья, которые были... отвалился. Верхние листья, которые были очень слабо развиты, ну, маленькие были, наверное, примерно такие же, как сейчас. Они начали хорошо расти, развиваться. И вот они сейчас вот в таком состоянии достаточно большом, хорошем. И что я обратил внимание, вот здесь только сейчас вот снимаю видео, здесь... Из нижних пазух, вот здесь, вот в самом низу, вот где мы видим отсохшие листочки, начали расти новые листки. То есть вот эти листочки, которые вот они отсохли, вместо них, даже не вместо них, я вот так сейчас смотрю, наблюдаю, не вместо них, а прям аккуратно над ними начали вылезать новые листочки. То есть показались такие вот кончики. Прям над ними. То есть вот то место, которое росток, ну, листочек раньше, оно просто отсохло, а прямо над ним, причем симметрично с обоих сторон одновременно, начали вылезать новые листочки. Поэтому с чем связано непосредственно такое увядание листьев, я не знаю, может быть, есть какое-то там определенное заболевание или еще что-то, не могу сказать, поэтому пока не знаю. Но не спешите расстраиваться по этому поводу и... По крайней мере, я не знаю, какая конкретно у вас, потому что мне вот как раз сейчас я снимаю видео, и мне пришел вопрос от подписчика под одним из видео про Павловню о том,
что увядают листья, 10-15 сантиметров сеянцы, увядают листья, что это может быть. И как бы у меня получилось из записи видео, и видео ответ одновременно. Не спешите расстраиваться и что-либо там критически делать. Я просто не стал ничего делать, а стал наблюдателем. И стал наблюдать, что будет происходить. Ну, я, естественно, ухаживал, я, естественно, поливал, наблюдал. Но ничего не предпринимал, там какие-то поливы, еще какие-то условия определенные, ничего не делал. Просто дал возможность растению самому справиться с этой ситуацией, с тем, что происходить начало. И в итоге результат меня очень порадовал. Растение достаточно хорошо справилось с этой ситуацией. Листья, которые, видимо, по каким-то причинам увяли, они сами по себе высохли, отвалились. За место их начали формироваться новые листочки, и растение ожило и прекрасно себя чувствует, и дальше будет высажено в грунт наравне со всеми, но чуть позже. Поэтому, если кто-то знает, пишите в комментариях. Тем, кто, у кого произошла подобная ситуация, мои личные рекомендации, это пока, как я, но это из личного опыта, ничего не делать, просто наблюдать, уход такой же, как и все, со всеми остальными, просто дать возможность растению справиться с этим, с этой ситуацией самостоятельно. Ну а на этом все, вот хотел вам показать, какие у меня, сегодня у нас 29 июня, какие у меня красивые сеянцы выросли. Тоже видно, да, хорошая корневая система, я надеюсь, видно. Может быть, отдельно покажу. Вот уже стаканчик легкий, прямо надо уже поливать. Следите за поливом очень тщательно, потому что, из, опять же, из собственных наблюдений очень интересный момент. Растет она, растет вот такая маленькая, да, не подходите вы, может быть, к ней день-два. А потом вдруг внезапно за одну ночь или за один день она вымахивает вот до такого размера. Просто берет и вырастает прям за одну ночь, чуть ли не за ночь такая прям бац, большая становится. При этом она, естественно, как много насосов, выкачивает просто этот горшочек, просто прям досуха. То есть там вообще ничего не остается, я по весу определяю, он достаточно легкий становится, все, значит, влагу всю выкачал. Но при этом видно, какой у него рост огромный. Вот. Ну, а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, буду дальше снимать, рассказывать, если вам интересно. Также делитесь этим видео. Что еще добавить? Хочется много снять, пока вот со временем немножко не хватает. А так очень много запланировано видео про половные интересных наблюдений, посадка и все остальное. Еще вот по плану видео снять, рассказать, не знаю, сейчас рассказывать или в следующем видео, не путать. Про то, вот вроде казалось бы, да, 29 июня уже вроде как типа поздно сажать, да? На самом деле ничего не поздно. И сажать я буду дальше продолжать. Но об этом, опять же, как и обещаю, уже в одном видео пообещал, обещаю в этом. Обязательно сниму видео отдельно и расскажу, почему я... Почему нужно сажать в течение всего сезона, и это никак не повлияет там, на дальнейший рост. Поэтому, если интересно, подписывайтесь обязательно. Обещаю, сниму это видео, расскажу подробно об этом. На этом все. До встречи в новых видео. Пока!